Привет, ребята! Смотрите, какое красивое песочное мороженое у меня получилось! Хотите сделать его вместе со мной? Тогда давайте начнем! Я выкапываю глубокую яму, чтобы добыть мокрый песок, ведь он лучше держит форму. Ну а вот эта гора из песка послужит нам подставкой для наших вафельных рожков. Сразу поставим их на нее. 1, 2, 3, 4 и 5. Красиво получилось, правда? Теперь возьмем нашу специальную ложечку для мороженого и заполним ей все наши рожочки песком. Слегка прихлопнем наш песочек. Теперь нам нужно сделать шарик песочного мороженого на каждом рожке. Для этого наберем песочка в нашу специальную лопатку и намочим его водой из лейки. Перевернем наш шарик на рожок. Наше песочное мороженое почти готово. Посыпем каждое сладкой присыпкой. И украсим вот такими орешками. А вы любите делать вкусняшки на пляже? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!